помнишь, был халат роза. Да. Такой же по фасону, но другой расцветки. Это был абсолютный просто хит. И мы подобрали для вас, друзья, другую расцветку. 1490 рублей, но это прям тоже платье. Но, кстати, да, платье, которое украсит любую женщину, вы это видите сейчас. Вот, допустим, Марина у нас модельная внешность, она высокая девушка, я обычный. И посмотрите, даже, как, собственно, на моей фигуре он садится достаточно симпатично, красиво. Да, это всеми любимая вами роза. Был у нас такой халат уже в розовом цвете. Сейчас это контрастное решение. На черном фоне у нас сочный. Опять же, Оля, заметь, сиреневые оттенки. Это же сейчас тренд. Да, то есть модный нужно быть вообще даже дома. Даже дома не можно, а нужно. Вот наш девиз. Итак, давайте посмотрим на женственные линии этого халата. Я чувствую себя испанкой, которая, ну, просто покоряет сердца мужчин. И вы тоже себя так почувствуете в этом великолепном халате а-ля домашнее платье. Очень красиво он на запах закрывается. Сделаем вот здесь вот такой элегантный бант. Кстати, сам пояс, он, между прочим, двухсторонний. То есть здесь все продумано до мелочей. Вот, посмотрите, отделка какая, он эластичный. До чего приятная. Прекрасно. Ткань. Очень красивая. Ну и, конечно же, наш пояс переходит в запах, а запах переходит в декольте. И только вам решать, какой глубины будет ваше декольте. Вот, а знаешь, что мне еще нравится? Тут не отдельный пояс, а именно вот такие ленточки, которые никуда не потеряются, наконец-то. Потому что я имею такое свойство терять пояса. У меня постоянно потеряются пояса, дети их заигрывают, потом найти невозможно. Нет, здесь пояс пришит, более того, скажу, здесь есть, внутри есть фиксирующие элементы, то есть сначала вы завязываете изнутри, потом запахиваете этот халат и завязываете вот такой элегантный, пышный бант. Вот в таком халате не стыдно встретить даже друзей, гостей, посадить их за стол, накрыть на стол, и вы будете просто королевой бала. Главное, надо быть морально готовой принять просто тысячи комплиментов. Это да. Ну что ж, это не проблема. Вы готовы получать комплименты? Вы готовы? Начинайте делать это прямо сейчас. 1490 рублей, 780 рублей скидка каждому, кто назовет Тереса, друзья. Именно это ключевое слово. Назовите, пожалуйста, в колл-центре. Почему? У нас есть большое количество разных халатиков на телеканале Shop & Show. Но именно называя Тереса, вы получаете скидку 780 рублей. Цена с учетом скидки 1490. А я сейчас обращаюсь к женщинам. Вспомните, когда вы последний раз покупали какую-нибудь новинку, выходили вечером встречать мужа. Ну что? А он говорил, что? Я не вижу разницы, а что случилось, что-то, ну, в общем, он не видел новинки, но вот будьте уверены, что этот халат вашего мужа просто приведет в восторг. Вот попробуйте его просто встретить в этой красоте, с работы накормить его, посадить, усадить, приготовить вкусный ужин, и я думаю, что семейная жизнь наладится. Да, и вечером он не уснет. Ну что ж, 1490 рублей за эту потрясающую вещь, красивую, и 780 рублей это ваша скидка. 224 бонусных балла на вашей карте. Не забывайте, пожалуйста, что совершая именно комплексную покупку, вы еще экономите и на доставке. Ну, посмотрите, какие девочки обаятельные. Я думаю, сейчас каждый мужчина открыл широко глаза и наслаждается внешним видом наших дам. Оля, помнишь, я тебе говорила, что домашняя одежда должна быть в первую очередь комфортная. Для этого мы выбираем два типа материала. Помнишь, это хлопок или... Или вискоза. Вискоза, все верно. Так вот, наш халат состоит из вискозы. И благодаря этому у нас красиво, нежно ложатся складки. Посмотри на качество обработки. Да, и грива. Это микро-оверлок, который красиво оформляет рюши. А рюш здесь предостаточно. Итак, по зоне декольте наша рюша идет. Далее на запах. Вот она с другой стороны. Наш халат, это не ложный запах, а настоящий. Он уходит в линию талии, где мы, собственно, оформляем ее красивым бантом. А самое главное, знаешь, какой я нашла самый большой плюс? Ведь если мы, допустим, там покушали побольше, да, либо мы, наоборот, схуднули, то этот халат всегда будет подходить по размеру. Да, абсолютно точно, потому что это эластичная ткань, он подтягивается, вот, посмотрите, на бедрах. У кого-то, может быть, бедра крутые, или, наоборот, на груди. Действительно, здесь очень много комфорта, заложенного в самой ткани, потому что это вискоза и это трикотажное полотно, которое подтягивается. Ну и, конечно же, крой номер один.
Танцуйте, девочки. Ну что ж, друзья, набирайте наш номер телефона 8 800 301 60 90. Пусть у вас всегда будет такое прекрасное настроение, как у наших девочек. Смотрите, как они улыбаются. Это здорово. Каждый из вас достойна комплиментов, достойна быть женственной, красивой. Причем, знаете, обычно такие женственные вещи стоят довольно-таки дорого. 1490 рублей за платье, халат, ваш нарядный халат. Это очень дешево.